Ребята, всем привет, с вами Александр. Продолжаем покорять вот этих три турнира выходного дня. Так, здесь у нас сражения обычными. Ну, так давайте начнем для, скажем так, с них для разминочки. Давайте возьмем стегоцефала. По названию как-то сложно предположить, что это амфибия. Ну ладно. У нас бой, как вы поняли, здесь 5 боев, 1 на 1. Мы сражаться здесь не будем. Это только так, один боечек, чисто так. Для разминочки мы пойдем по другим турнирам, посражаемся там немножко, посмотрим, как пойдет. Так, ну вот и все. Это вообще такая чисто легкотня, никаких проблем с этим турниром, я думаю, ни у кого не возникает. Обычные динозавры, просто такая вот шаровая победа. А мы посмотрели на одного из очень старых, древних, одного, опять же, из первых, стегоцефал. Это, наверное, вторая амфибия, которая появилась в этой игре. Вот такие вот дела. Так, теперь у нас есть вот такой вот бой, и нам здесь нужно взять всего лишь одного травоядного. И двух кого угодно. Да, мы тут можем вообще одним травоядным всех разнести. Это ж, как бы, вообще даже не вопрос... Не вопрос, не вопрос. Так, кто там, кто у нас хочет? Шунозавр хочет там всех съесть. Вот так вот давайте. Нам здесь все равно, мы с закрытыми глазами пройдем сквозь этот турнир. Но это не точно. Так, ну нундагозавр, кстати, что-то они не особо слабые. Как для шунозавра они вполне себе ничего. Ну, Пуксуара, думаю, нас спасет. Так, минус один. Так, три удара, и нам хана. Оу, здесь целых пять. Ну, как раз на пять должен атаковать. Да, отлично. Выманили у него, так сказать, все лишние баллы. Ну, давай, покажи, на что ты способна, Тупуксуара. Раз, два, он покойник. Ну, один поставлю, защиту, да и все. Так, изи-катка. И 7 баллов, ну и все. И до свидания. Готово. Давайте теперь заглянем вот сюда, например. Только для хищники X2. Ага, всего лишь два хищника. И каких же два хищника у нас хотят съесть нашего Рекса? Два хищника. Ну, давайте, вот Юдон и Церазинозавр. А, нужно еще усиления какие-то выбрать, да? Ну вот так давайте. Попробуем. Как бы... Взял я довольно-таки не сильных, и всего лишь двое. Хотя нет, один юдон равняется двум тирексам. И можно кусать. Давай, тирекс, взбодрись. Я верю в тебя, ты можешь. Так, не, ну если ты так будешь делать, то... То, наверное, тебе ничего не светит. Да, тиранозаврик. Вот так давай. Опачки, съели одного. Ну, думаю, сейчас мы Юдона потеряем. Давай, последний, отомсти за своих двух братьев-близнецов. Давай, на 5, на все 5. Не, на 4 даже. На 4, точно.
А, в общем-то, тратим все баллы. Нам нечего бояться больше. И, как говорится, король пал. Да здравствует новый король. Цыпленок. Отлично, давайте заглянем, что у нас там дальше. Дальше у нас предлагают три горгозавра. А здесь нам что предлагают? А здесь нам предлагают три гиганоцефала и один травоядный. Давайте сюда пойдем. Где тут нашего первого уровня индораптор? Ну и Дейнахир. Да-да-да. Нам двоих будет достаточно. Ну, просто нужно было взять хотя бы одного травоядного. Ну, более слабого индораптора не нашлось. Как-то... Так, по-быстрому сейчас тут разберемся. Ну что? Вот и всем, да. Что-то совсем как-то легко получилось. Да. Но когда-нибудь мы и в Jurassic World Alive сможем создать индораптора. Ну, короче, там еще далеко. Ловить велоцирапторов. Второй месяц буду, наверное, только ловлей рапторов заниматься. Так, у нас... Один травоядный, условие осталось тоже. Давайте мы этот турнир таки и добьем. Так, нужно... А ну-ка, индоминус у меня есть там первого уровня. Может, он будет послабее? Здесь 20-й. Так. Здесь Рекс. Че, нет у меня индоминуса? Есть 10-й индоминус. Кстати, это вполне себе неплохо будет. Ну и пахик давайте. Здесь жизни у индоминуса немного, потому, в принципе, при желании можно. Если бы я был на месте противника, я бы пробил. Всего лишь нужно посидеть в защите, немножко накопиться. Потому что мне нужно минимум 2 балла, чтобы его пробить. Так что это, в общем-то, несложно было бы, если бы наш противник шевелил мозгами, а не только рогами, шипами и ноздрями. Так, ну давай. 3 балла. Ах ты ж, гаденыш. Ну, попробуем сейчас как-то выкрутиться. Так, допустим, у него 2 есть, 2 сверху. И 1, 2, 3 поставлю в защиту. Да, он все перенес. Но сможем ли мы выжить? Вот в чем вопрос. 2 удара, наверное, мы переживем. А вот 3 точно нет. А ну, момент истины. Да, вот что жадность к чему приводит. Жадность приводит к поражению. Так, и что нам тут? Димарфодончик, ребята. Ну, вот такие вот дела, в общем-то. На этом мы серику закончим, а остальное такое не особо интересное добью за кадром. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.